За Родину! За Родину! Ладно, сегодня такой день. Пожил пожертвовать своими фрагами, поставлю эту точку. Рассчитывают на нас! Мы должны победить! Почему? А то точка есть, чё? Я уже все. Сейчас вот я отбегу и ставлю точку. Ух ты, как он позиция. Как у 3D-шников, ту позиция у него прямо. А много они очень. Рации убили, нет? Посередине в разломе на первом этаже сидит прямо. Рация там. Ладно. Ой-ой-ой. Держимся. Пойдем. Никто не торопится, но все пытается. Право, я убил, не знаю, не у Жека? Да, у Жеки. Можно упал? Да ну, справа. ТЗ упал справа, сидит, вообще не вылазит. Снял. Ух ты, гаденыш, глянь! Вообще никого не видно. Они сидят, ничего не делают вообще. Один стоит вообще на еду. Вот сидят, нихуя не делают. Где-то в школе, Гейвер. Расстреляли. Со школы, да, есть пулемет на втором на Д. Или на первом. А что? Он на втором. Пал, зараза. Парни, у нас все мертвы почти. Не знаю, и вы не в це. У нас сейчас может быть жопа. Леха, ну ты камень стреляешь. Там окошко есть для гранат. Прям есть. А, да, это забыл. Это, на... блядь, все это. Он убежал все равно оттуда. Вправо красное здание. Есть там кто, нет? Да. Побегать будет. Он один. Брал. Че не орут-то? Пятку попал. В втором этаже, по-моему, сидит. Забарили. Под лестницей? Под, ну, под. Центральный вход пошел. Перезаряжаю! Да не нужен такой ствол. Давай. Перерю живой еще? Не, переубит. Сводный батальон. Запрашиваю минометный огонь. Цель справа обстреливают. Ну, написано. Прав. Вот это важно. Это на втором надо свои. Это свои. Да надо, я не знаю, как будет вообще. Это чит, Артем. Блин, свой, да? МП-40 был на Д, я не пойму. Убил. А, это в центре. Их убил. Справа на Д на первом сиде.
слева, на втором наши. Ай, сошло. Я не тут перевернул. Это ЖК долго не появляется. Опять нас забирают. Уже не забирают. В левой части на Д автоматчик. В бараках за Д сидит справа, там постоянно один. Я на первом. В разломе. А, он на втором. А, вышел, нашел меня. Пулемет заходит на Д. Справа идет на Д, орёт, он не знаю, с улицы, наверное. Эх, чисто. Д чисто или нет? Фалька в барак. Справа дадим барак. Угу. Ёбать, по мне стреляют. Так сидит. Угу. Блин, ну еще просто здесь падает. Боец, я свой! Что-то было. Я говорю, там сидит. Че там? Заходи. Я думал, вы уже победили. У нас фаса бегает, капитан. Да не отдайте, потому что у нас все фаса. Да и отбор идет. У нас в Д никого нет, ну. Черт, дыхание сбил. Правая часть, левая часть Д. Второй этаж. Что с цепью делать? Надо что-то с ним отобрать. Цепа. Каптион где-то. Лех убежал, что ли? Не, я его ранил. Ах! Да. Сейчас там шатается. Что? Гадка, а? Да. Там их двое было в бараках. Вот так. Мы под плотным огнём. Нет, нет. Второй этаж пулемет убежал. Что-то не везет, это вообще не везет просто. Слева от С Каптион в окопах. Так как это вы не делали? Бедный. Чё, везёт. Берём предбанник. Да как? Везет просто, глянь, ну я не знаю. Где он? Где он? Предбанники. Предбанники слева.
Ебать, опасно надо. Стайзен слева заходит. Банит. Открытие! Да вот откуда, блядь, этот Кирилл стреляет? Слева, блядь. Лево перу бежит на С по окопам. Да блин, блин, ну хера. Лёха, ё-моё. Надо из школы. Где он, Данил? Правая здание, не знаю. Хорош. Дымили, или там мы задымили? Да мы задымили. Сейчас задымлю еще раз. Сейчас пойду, короче, тогда попробую. Дай зайти. Ага. Вот да вообще охуеть. Пострелю так. Так, все, ну что будете, у нас заберут сейчас яйца. Так, в дыму. Крики какие-то, криков очень много персонажей. Не пойму, что за херня. Это орут. Это раньше меньше было. Где они забирают? Ама второй этаж справа. Берегись! Попал! Попал! Цепь упала на нос. Чуть-чуть. Пулемет также на втором этаже. Неизвестно. Кто не знает, да? Право где-то там на втором этаже, по-моему, крики. У нас на Д, блядь, на Б, то есть. Что на Б? Перед, а, на Б в окопах там сидит. Я что-то. Но я тут тогда останусь. То периодом нам бы бегать, блин. Да блин, стазом, я не понял. 22 метра. Надо их где-то прокрыть. Ух ты! Притык, что ли? Тебе вообще не слышно, как ты. Парил что-нибудь, нет? Сука, он, блядь, видит, что. Вообще как бы надо забрать. Две минуты. Раз на цепь присутствует. На цепь, ладно, сейчас присутствует. Надо это жилье. Сейчас один раз. Что зашел тут на цепь? Короче. Забираю. 50 на 50, да. Д 50 на 50. Колян тут отдыхает. Не, фалка еще на штурмовик в правый час. Ну надо на Д, на Д надо. Он справа на цель. 50 на 50. Да. Все наши еще. Лева на Д бежит один. Подойдите, я на Д. Просто Д вообще. Ноль на ушел из него. Побыстрее заберем. Да он сейчас на Д прибежит. Заберу с собой в могилу как можно больше фрицев! Ну а так вот, блядь, не умеем. Только надо выжить. Ух ты, фалка на лестнице левой. Где надо? Да, это умирает. Блин, Артём, зайди в зону. Толку, да, не знаю, нет. Я ранен. Нет, по-моему. Дайте отдохнуть. Осторожно! Вдруг он не брали. Не брали. Они не брали.
А может и кролик, кстати. Или нет? Тут лес надо, нет? Че, блядь? Почти забрали ее. Нормально. Хорош.